Оперативная обстановка на территории Амурского муниципального района с 7 по 13 апреля. В 4 часа 50 минут 7 апреля в районе станции Хевчен из-за разрыва топливного бака произошло загорание секции тепловоза поезда номер 2110 на площади 35 квадратных метров. Секция выгорела полностью. 21 час 44 минуты 8 апреля в поселке Эльбан по улице Центральная 26 горела кухня в деревянном двухквартирном доме. Обгорели пол и частично стены на площади 4 квадратных метра. С 21 часа 40 минут 9 апреля до 9 часов 35 минут 10 апреля в селе Украинка произошло нарушение в подаче электроэнергии, вызванное повреждением изоляторов на ЛЭП 10 кВт. В результате электроэнергия не подавалась во все дома населенного пункта. 23 часа 22 минуты 10 апреля на станции Сельгон горели две секции локомотива товарного поезда. Пострадавших и погибших нет. В 00 часов 11 минут 12 апреля в поселке Литовка по улице Линейная 20 произошло загорание деревянной летней кухни. Выгорела прихожая на площади 12 квадратных метров. В 14 часов 38 минут 13 апреля на трассе Амурск-Мылки в районе поворота на кладбище Аммональное произошло дорожно-транспортное происшествие. Toyota Corona Exiv столкнулась с автомобилем Toyota Land Cruiser. 8 пострадавших, из них 5 госпитализированы с травмами средней тяжести, остальным оказана медицинская помощь на месте. В поселениях района произошло 70 пожаров и загораний. Из них в Амурске 36, в поселке Эльбан 20, в поселке Литовка 5, станция Малмыш 1, поселок Усть-Гур 1, поселок Мингон 43. Все пожары ликвидированы силами противопожарной службы.